Добрый день, друзья! Сегодня расскажу, как зарегистрироваться в проекте, как купить монеты, как отправить их на делегирование и оплатить активный пакет. Смотри, дружище, переходишь по ссылке под видео, попадаешь на такую страницу, здесь вводишь там придуманный какой-то свой ник, почту, опять же, я от фонаря это все пишу, ты делаешь это все правильно, там, ту почту, которая у тебя есть. Дальше жмешь «Я согласен», «Создать аккаунт». Смотри, идет создание твоего аккаунта, по сути. Вот твоя сид-фраза, твой пароль. Его нужно обязательно скопировать и сохранить в хорошем, таком надежном месте. Никому, естественно, не показывать. Некоторые рекомендуют вообще не сохранять там на компьютерах, а переписать это все на листочек с бумагой и спрятать его там в сейф куда-нибудь положить или где ты там хранишь важную информацию у себя. Дальше нажимаю сюда, я сохранил. Ждешь, жмешь продолжить, попадаешь в свой аккаунт. Смотри, здесь что ты можешь сделать. Здесь прямо в аккаунте ты теперь на сайте можешь купить монеты Artery. Здесь пишешь, если ты заходишь на активный пакет, это, по-моему, 140, ну там 1999 рублей, ты покупаешь, ну для того, чтобы активировать активный пакет и зарабатывать по партнерской программе, получить доступ ко всем видам заработка, тебе нужно на $25 или там 1999 рублей купить монет. Покупаешь. Ну, обычно покупают с запасом, например, там, я не знаю, там 200-300 монет. Ты смотри, сколько ты хочешь. Дальше ты выбираешь, если ты оставляешь здесь оплатить, тебя перекидывают на Pair. Ты там выбираешь, что у тебя рубли там или доллары, евро, биткоин. И покупаешь уже дальше там, ну, я думаю, с Pair'ом ты разберешься. Если, например, у тебя здесь второй вариант, ты можешь через криптовалюту, например, там, 1000 монет берем. Выбираешь криптовалюты, и ты тебя перекидывает на обменник Coinbase. Здесь, опять же, выбираешь у тебя эфириум, там, лайткоин, биткоин. Тоже нажимаешь и оплачиваешь. Потом возвращаешься на сайт, и у тебя появляются эти монеты. Дальше смотри, что тебе нужно будет сделать. Если ты зашел на активный способ заработка, выбрал, то ты заходишь в свой сейчас профиль. Так, вот он, смотри, нажимаешь сюда тариф, не в профиль, а тариф нажимаешь. Это если у тебя этих кнопок не было, нажми на профиль, они появятся. Нажимаешь тариф. И вот я сейчас уберу видео. Здесь нажимаешь оплатить. Нажимаешь, ну здесь не пополнить, а оплатить будет, потому что я здесь не оплачивал на данном этом. И через время у тебя активируется доступ к партнерской программе и другим продуктам, которые там в данном проекте можно зарабатывать. Дальше возвращаешься на кошелек. Если ты купил монеты, например, не активировал пакет, и ты решил просто пока там, например, делегировать и начинать проценты получать, пассивный заработок от 21 до 31, до 30% в месяц, ты купил монеты, заходишь сюда на делегирование, нажимаешь, пишешь, сколько там монет, какое количество, и пополнить. Дальше монеты попадают на кошелек делегирования, и ты начинаешь уже с этого момента получать каждый день на основной кошелек монеты Artery, которые можно вывести, продать. Можно подождать, когда вырастет цена. Завтра, напоминаю, если ты смотришь в субботу, в воскресенье повышается цена. Также ты можешь их ределегировать, то есть закинуть опять. Нажимаешь делегирование, и эту сумму закидываешь на этот кошелек, увеличивая тем самым количество пришедших, ну, пассивного дохода каждый день, который будет тебе капать. Дальше тут можно перевести, например, пользователю по его нику или по номеру кошелька. Нажимаешь сюда, вот твой номер кошелька, вот твой никнейм. Можно или по никнейму, или по номеру кошелька. Все, здесь внизу будут транзакции, там все, весь твой заработок будет отображаться. Все, в принципе, все рассказал. Профили обязательно зайди
и заполни свой телеграм-канал для того, чтобы мы могли связываться с тобой твои вышестоящие, помогать, обучать тебя. И здесь же будет твоя вот ссылка пригласительная, по которой ты будешь приглашать людей и получать с них, опять же, если ты активировал пакет за 1999 рублей. Если не активировал, то все люди, которые будут заходить по этой ссылке, ты не будешь с них получать доход. Так, все рассказал, друзья. Ссылки будут на проект под видео. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки, пишите в комментариях вопросы. И на этом все, друзья. До новых встреч!